Двухнедельная блокада. Наринмарские теплоходы с пассажирами на борту продолжают бороться со льдами Печоры. Осталось преодолеть 50 километров. Трудовая пенсия стала выше, правда, не для всех. Депутаты объяснили, кто теперь получать будет больше, а заодно развеяли мифы. Все социальные льготы продолжат действовать. Хорошая новость для предпринимателей. В регионе снизили налоги. Платить значительно меньше бизнесмены будут за патенты. Начнем выпуск с ЧП. В минувшие выходные в Неси сгорел частный магазин. Пожарных дружин там нет, поэтому с огнем боролись местные жители. На ликвидацию пожара ушло 1,5 часа. За это время магазин выгорел полностью. А вот в вахтовом поселке Харьягинске горело общежитие. Пожарные расчеты на место ЧП успели прибыть вовремя. Очаг возгорания удалось ликвидировать быстро. Пострадавших, сообщают в МЧС, нет. Еще ЧП, застрявшим во льдах Печоры наринмарским судам, медленно все же удается продвигаться к берегам столицы региона. Им осталось преодолеть чуть более 50 километров. Сейчас они находятся в районе поселка Хангурей. Напомню, на борту двух судов и баржах продолжают находиться 19 человек и 26 единиц техники. Это автомобили, приобретенные пассажирами. Впрочем, конечно же, суда через льды Печоры пробиваются не сами. Они следуют за мощным морским буксиром «Атаман Ермак», который ломает замерзшую поверхность воды. Буксировщик достиг застрявших теплоходов 6 ноября у деревни Леждух, что в республике Коми. Изначально на борту заблокированных судов находилось почти 500 людей, но часть была эвакуирована вертолетами. Как заверяют в МЧС, никто из оставшихся пассажиров в медпомощи не нуждается. Они обеспечены горячим питанием и теплыми каютами. Однако говорить, когда же суда доберутся до Наринмара, пока рано. Все зависит от погодных условий и, собственно, самой техники и еще. Сотрудники МЧС убедительно просят жителей региона воздержаться от выхода и выезда на лед, так как из-за спасательной операции на Печоры в некоторых местах лед полностью отсутствует. Так что будьте внимательны, а пока к другим темам. Администрация Ненецкого округа планирует увеличить размер компенсационных выплат для пенсионеров. По информации регионального управления труда и социальной защиты населения, нововведения предусматривают индексацию трудовой пенсии до 3100 рублей. Ранее она составляла 2604 рубля. Здесь речь идет о гражданах со стажем работы в Ненецком округе не менее 25 лет для женщин и не менее 30 лет для мужчин. Кроме этого, новый законопроект предусматривает увеличение и других социальных выплат. Например, гражданам, которые проработали в тылу не оккупированных территориях не менее 6 месяцев с 22 июня 41 по 9 мая 45, ежемесячная выплата увеличится до 9100 рублей. А вот гражданам, родившимся в период с 32 года по 45, ежемесячная выплата увеличится до 7100 рублей. Участникам событий 18 марта 80 года на космодроме Плесецк ежемесячная выплата увеличится до 1500. Напомним, последний раз указанные выплаты в Ненецком округе индексировались в 2009 году. Кстати, председатель собрания депутатов Ненецкого округа Анатолий Мяндин заявил, что все социальные льготы, которые существуют в регионе, продолжат существовать и далее. Отменять или уменьшать их никто не собирается. Все те меры социальной поддержки, которые сегодня оказывается, для жителей Ненецкого автономного округа, они также сохранятся на следующий год. То есть никаких уменьшений, никаких отмен мер социальной поддержки на следующий год не планируется. О чем сегодня муссируется и среди населения, и в интернете. Еще о льготах. Депутаты Ненецкого округа приняли решение снизить налоговую нагрузку для индивидуальных предпринимателей, работающих на территории региона. А именно, законотворцы уменьшили размер оплаты за патенты. В будущем бизнесменам это даст возможность легально осуществлять свою деятельность. Тем самым, уверены депутаты, увеличится занятость населения, в том числе в сельской местности, что для Ненецкого округа немаловажно. Уже известно, что стоимость патента уменьшена на перевозки водными видами транспорта, как пассажирскими, так и грузовыми. Также более чем в 2 раза снижен размер оплаты за патент по грузоперевозкам на автомобильном транспорте. Если ранее стоимость в регионе составляла 102 тысячи рублей, то сейчас она равна 45 тысячам. Важная часть закона, считают депутаты, это снижение налогового бремени по видам предпринимательской деятельности, слабо развитой в селе. Сейчас цена патента уменьшена в разы, а где и в 6 раз. Минимальная стоимость патента составит 1500 рублей в год. Любой сельский житель, зарегистрировавшись предпринимателем, сможет заплатить 130 рублей в месяц и заниматься той работой, которая ему по душе и которая востребована в том или ином населенном пункте. Мы долго обсуждали у себя на собрании депутатов этот действующий закон и пришли к мнению, что необходимо уменьшить размер патента с тем, чтобы дать возможность предпринимателям легально осуществлять предпринимательскую деятельность и уменьшить налоговую нагрузку
и еще тем, чтобы увеличить занятость населения, особенно на селе. Сейчас небольшая реклама, не переключайтесь, чуть позже расскажем о стартовавшем в регионе осеннем призыве. В Госдуме предложили не чистить дороги, а выпавший снег просто утрамбовывать. Это дешевле, эффективнее и безопаснее для асфальта. Равняясь смирно, Ненецкий округ на один год покидают первые новобранцы. Но перед этим курс молодого бойца. Теоретически, все ли готовы служить в армии? Магазин «Аннушка» – мясная и колбасная продукция Республики Коми, свежие овощи и фрукты. Всегда большой ассортимент продукции, где каждый найдет товар по своему вкусу и кошельку. Приходи и убедись. Магазин «Аннушка» теперь по новому адресу. Торговый центр «Экватор» и остановка поселка «Факел». Элегантный стиль, индивидуальный образ, особый шарм доступны каждой женщине. Приходите в магазин «Сударушка», чтобы с удовольствием убедиться в этом. Постоянно обновляемый ассортимент порадует выбором офисных платьев и костюмов, праздничных нарядов, а также блузок, юбок, брюк. Выбирайте, примеряйте, радуйтесь покупкам. Магазин женской одежды «Сударушка». Став нашей покупательницей, вы сделали выбор в пользу своей индивидуальности и неотразимости. Улица Рыбников, дом 3. Штрафы для водителей мопедов и скутеров станут точно такими же, как и для автомобилистов. 15 ноября вступает в силу федеральный закон, вносящий поправки в действующий кодекс Российской Федерации. Раньше водители мопедов и скутеров относились к иным участникам дорожного движения и несли неполную ответственность, как водители автомобилей. К примеру, за езду без удостоверения водителю железного коня сейчас грозит штраф в размере 800 рублей. С 15 ноября эта сумма вырастет почти в 10 раз и составит 5, а то и все 15 тысяч рублей. А если водитель скутера или мопеда во время движения окажется под градусом, его лишат прав как минимум на 1,5 года, еще и штраф придется заплатить ни много ни мало 30 тысяч рублей. И в продолжении темы, в России планируют изменить требования к содержанию дорог в зимний период. Предлагается вместо того, чтобы убирать снег, просто его утрамбовывать. По мнению дорожников, уборка снега грейдером и посыпка смеси портят асфальтовое покрытие. Новые нормы разрабатываются Росавтодором совместно с ГИБДД, сообщает «Российская газета». Однако изменение условий содержания должно коснуться в первую очередь небольших региональных дорог с малым трафиком, а наши как раз-таки к ним относятся. Федеральные же трассы с большим потоком машин будут очищать старым способом. Напомню, ранее Минтранс предложил сузить региональные дороги до 4,5 метров. Такая мера, по мнению чиновников, должна ускорить темпы строительства новых дорог. Кроме того, для удешевления проектов предлагается при строительстве дорог с низкой интенсивностью движения уменьшить толщину покрытия и использовать в качестве материала производственные отходы. В регионе стартовал осенний призыв и, к слову, единственный в нашем округе. А чтобы новобранцам собраться в армию по всем правилам и получить советы знающих людей, в очередной раз в Нарьян-Маре прошла акция «Призывник». Почти 50 молодых парней, которые в ближайшее время отправятся служить в ряды российской армии, прошли экспресс-курсы. Центр поддержки молодежных инициатив организовал для них встречу с людьми, знающими толк в военной службе, а также тех, кто даст мудрые советы и напутствие перед новой жизнью длиною в 365 дней. Новый распорядок дня, новые люди, униформа и другие цели. Совсем скоро эти ребята кардинально изменят свою жизнь на целый год. Многие из них уже наслышаны об армейской жизни. Это встреча как напутствие перед длинной дорогой и теми испытаниями, которые предстоит им пройти. Вернуться обязательно живыми, научиться быть стойкими и мужественными. И самое главное помнить, что вы защищаете тех, кто остался здесь, в этой мирной жизни. Хочу напомнить, что есть два пути. Оно отражается в двух словах. Одно – это солдат от испанского сольда, то есть тот, кто служит за деньги. А другое – русское слово «воин», которое служит Отечеству, верой и правдой. Я очень хочу, чтобы все вы были воинами Святой Руси. Боже вам помощи. Изменить свою жизнь значит изменить себя. В повседневной жизни не всегда можно воспитать в себе дисциплину и стойкость. И высшее образование тут не поможет, считают новобранцы Илья и Виктор. Перед университетом мне было еще 17 лет. И в силу своего возраста я не мог уйти в армию. Поэтому решил, что пришло время. Я бы хотел, как бы это не банально звучало, закалить характер, воспитать мужество. И стойкость,
к жизненным трудностям. Служить им предстоит в Северо-Западном военном округе. Куда именно попадут ребята, будет зависеть от уровня образования, состояния здоровья и допуска государственной тайны. Призывников радует одно – все части будут располагаться относительно недалеко от родного округа. Хотя, по словам начальника отдела военкомата Игоря Ибраева, этот факт вовсе не влияет на качество службы. Хорошо, что все ребята, кто не выпячивается, кто себя ведет, как все. Потому что вам придется жить в мужском коллективе целые сутки. Вы с родителями столько не общались, сколько будете общаться друг с другом. Ну и, соответственно, вы сами знаете, что такое мужской коллектив. Это довольно-таки жесткая организация. Первый отъезд призывников состоится на этой неделе. Последняя партия новобранцев покинет Нарьян-Мар в конце декабря. Валентина Чибичек, Вадим Носкин, телеканал «Север». Кстати, первая партия с новобранцами из Нарьян-Мара в областной военкомат отправилась сегодня. Следующая, то есть уже вторая, выйдет в предстоящее воскресенье. Далее снова небольшая реклама, она пройдет очень быстро, не переключайтесь. Искусственный снег и извержение вулкана – все это теперь создают на уроках химии. Преподаватель Ненецкого аграрно-экономического техникума проводит опыты, ученики запоминают. Ведомственная охрана – это надежность, проверенная временем. Оперативное реагирование группы задержания круглосуточно. Тревожная кнопка, пожарно-охранная сигнализация, современные технологии. Отдел вневедомственной охраны УМВД России по НАО 4-21-41. Меха от Филимоновой. Поддайся подкупающему теплу, нежности и комфорту натурального меха. Высокое немецкое качество и роскошные фасоны новой зимы. Рассрочка платежа. Богатый выбор размеров. Меховые шедевры от Филимоновой. Торговый центр «Экватор». Искусственный снег, химические вулканы и кристаллы медного купороса. Это не краткий экскурс в предмет, а путешествие в страну алхимии, в которую отправились ребята из школы-интерната и общества юных краеведов. В Ненецком аграрно-экономическом техникуме для них провели урок занимательной химии. Все подробности в следующем материале. Юлия Белоусова не просто преподаватель одной из самых важных и обширных областей естествознания химии. Девушка серьезно занимается различными исследованиями и проектами и активно привлекает к науке своих студентов. Необычные химические опыты, которые в курсе химии просто не изучаются, ребята проводят с удовольствием. Дети интересуются химией, но немножко не предметной, а в плане исследовательской работы. То есть им интересно, например, исследовать какие-то продукты питания, например, йогурты, соки, и анализировать почву, анализировать воду. То есть мы остаемся после основных занятий и уже делаем какие-то проекты, какие-то исследовательские работы. Пробудить познавательный интерес к химии не только у своих студентов, но и у ребят помладше. Такой целью задалась Юлия Белоусова и придумала свои занимательные уроки. Провести свои увлекательные опыты со школьниками собрались в Ненецком аграрно-экономическом техникуме в кабинете химии. Идея пришла давно, потому что дети на занятиях химии всегда спрашивают первый вопрос на химии, когда мы будем что-то взрывать или когда мы будем что-то делать интересное в плане опыта. Желающих прийти на необычный урок оказалось много. Буквально за час до начала организаторам поступил звонок. Количество реактивов пришлось увеличить еще на несколько штук. В обязательном порядке перед началом самого интересного ребята одели белые халаты, перчатки и отправились в волшебную страну алхимию. Здесь юные исследователи добывали золото и выращивали голубые, как небо, кристаллы. Смогли увидеть, как появляется искусственный снег, и, пожалуй, самое интересное, стали свидетелем извержения вулкана. Все готовы? Да. Точно? Может быть, передумаем? Нет? Ну ладно. Включайте свет. Кстати, чтобы проводить интересные и необычные опыты, которые не изучаются в курсе химии, нужны специальные реактивы. Для студентов техникума их закупили на средства гранта, которое выиграла общественная организация «Содействие защите окружающей среды» Green Home со своим научно-учебным социальным проектом «Познаем окружающий мир». В его рамках как раз и проводятся такие занимательные уроки для школьников. Наша цель – это их привлекать к этому, ко всему. Ну и, соответственно, в любой исследовательской работе, в любой творческой работе у ребят вырабатываются навыки, которые впоследствии им позволяют в дальнейшем как-то двигаться, учиться по жизни, то есть поступать в престижные университеты страны, да, и развивать наш регион. Сегодня урок занимательной химии для школьников прошел в первый раз, но организаторы на этом останавливаться не собираются. Говорят, что главная цель – привлечь именно увлекающихся ребят, и, возможно, в будущем им это очень поможет. Сергей Журавлев, Ирина Цепитова, Антон Ведряков, телеканал «Север».
О своей малой родине и хороших людях рассказывали в минувшие выходные. В столице региона в 11 раз прошел праздник землячеств «Венок дружбы», который традиционно отмечается с большим размахом. На двух этажах культурно-делового центра одновременно разместились 25 землячеств. На встречу с гостями праздника они принесли национальные блюда, истории о знатных людях и то, чем славится их родной край. Деревни Сопка не существует уже больше полувека, а ее жители по-прежнему собираются вместе и приезжают в родные места. Отыскивают дома своих предков, ухаживают за могилами и бережно хранят старые фотографии некогда цветущей деревни. Ежегодный праздник землячества «Венок дружбы» – хороший повод рассказать о своей малой родине, тем более, когда есть чем гордиться. Ой, наша деревня славилась всем, в первую очередь рыбой. У нас рыбные места кругом. Это Святая речка, всем известная Чайкина, Голодная губа, Танюй, Чуклиха. В общем, рыбой мы славились. Конечно, грибы, ягоды, морожка. Это, конечно, тоже все было и есть. Чтобы не быть голословными, члены землячества приготовили для гостей традиционное угощение припечорья. Тут и кулебяки, рыба разных способов приготовления, пироги с ягодой и грибная икра. Гости праздника дегустировали угощение и могли приобрести им то, чего не купишь в магазинах. Хотя про морожку такого не скажешь. Этот год стал неурожайным на арктическую малину. И без того ценная ягода стала почти драгоценной, говорит Вера Ивановна. Чтобы собрать одно 10-литровое ведро, пришлось 10 дней ходить по болотам. Приехать без морожки на праздник она себе не позволила. Хотя не только природными дарами славится Варандейская земля. У нас там жили рыбаки, колхозники, охотники-промысловики, были именитые охотники, такие как Иван Федорович Тайбарей, Валентина Ивановна Тайбарей, это его дочь. Вот. Потом сегодня, значит, мы будем рассказывать об оленеводе. Оленеводы тоже у нас в землячестве Варандей. Каждое из 25 землячеств могло рассказать что-то новое о своем родном поселении. Ведь никто другой не знает лучшей истории своего края, чем его коренные жители. Этнокультурный центр, организатор большой встречи землячеств, считает, этот праздник – своеобразная экскурсия по селам округа, где каждый стенд – музей, а земляки – экскурсоводы. Уже 11-й праздник землячеств у нас, традиционный праздник, каждый год в ноябре. Вот, праздник, посвященный Дню народного единства. Мы объединяем всех, кто входит в клуб земляков Ненецкого автономного округа. Вот в этом году у нас праздник, посвящен юбилею округа. Праздник землячеств имеет большой успех, ведь в нашем сравнительно малочисленном округе зарегистрировано 30 национальных и территориальных землячеств. Больше нигде в округе жители и гости города не могут увидеть все многообразие и богатство Ненецкого края. Заслуга еще и тех, кто это организовывает. Это же тоже не так просто собрать вот это все, правда? Красиво представить, мне очень нравится. Это как бы забота о людях, которые здесь живут. Ирина Цепетова, Валентина Чибичек, Вадим Носкин, телеканал «Север».